депутат округа. Здравствуйте, это радио «Говорит Саров» в студии Юлии Ефремова. Мы продолжаем проект под названием «Депутат округа», в котором народные избранники рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы населения. И сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад в прямом эфире попытаться рассказать о своей работе, ответить на ваши вопросы. Даша, давайте звонить. Так что звоните по телефону 3-107-4. Я напоминаю, что вы нас слушаете на волне 107.4 FM, телефон прямого эфира 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Но прежде чем начать нашу беседу, я напомню, что Владимир Николаевич является депутатом по 21-му округу, куда входят дома 32, 33, 34, 35, 36, 39 по улице Ленина, улица Александровича 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 17А, 19, 22, 24, 25, 31, улица Пионерская 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 26А, 28, проспект Октябрь, 19, 21, 23, 29 и улица Победы 1, 3, 5, 7, 9, 11. Если вы живете в этих домах, то вы тоже можете позвонить, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, проблемы, может быть, какие-то пожелания, позвонить по телефону 3-107-4. Владимир Николаевич, и все-таки хотелось бы сначала узнать, почему вы решили стать депутатом? Ну, объяснение, наверное, вполне такое простое и логичное. Да, я очень люблю наш город, мне он очень нравится. Город за последние годы, ну, наверное, последние лет 5-7, да, то есть резко изменил свой внешний облик, построены там Ледовый дворец, масса торговых центров, театров пошло. То есть город развивается. То есть это очень хороший, позитивный процесс. И, в общем-то, откровенно говоря, захотелось поучаствовать, приложить свои силы, знания, умения. Значит, вот в этом процессе развития, становления нашего города. Но сложно было принять такое решение? Сложно. То есть, объясню почему. То есть, я директор частного предприятия с 98-го года, да, то есть, и как-то жизнь в бизнесе, она, тем более бизнес почти весь за территорией города Сарова, да, то есть, она как-то вот изолировала, скажем так, от такой реальной жизни, значит, нашей городской, и проблемы бизнеса, понятно, они насущные, они каждодневные, ежеминутные, ежечасные, да, то есть, и они, в общем, занимали практически все свободное время. Поэтому, скажем так, взгляд на город был такой чисто внешний, то есть на вот те, значит, моменты, которые, значит, бросаются в глаза, то есть моменты вот улучшения, изменения, да, вот. И, значит, когда предложили мне стать депутатом, да, значит, то, в общем, колебался довольно-таки долго, значит, учитывая, но аргументов или там, скажем так, сомнения-то возникали потому, что просто очень мало свободного времени. Вот, ну, в итоге принял решение, да, то есть. Но сейчас сомнений уже нет, что решение действительно было правильным. Отвечу чуть позже. То есть сомнения есть всегда. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Об этом готов тоже отдельно рассказать. А, Владимир Николаевич, в каких комитетах Думы вы работаете? Я работаю в трех комитетах Думы. То есть первый – это планово-бюджетный комитет, второй – это комитет, значит, по, значит, городскому хозяйству, и третий комитет, который я возглавляю, это комитет по развитию города, инновациям, инвестициям. Но сложно работать именно и в комитетах, и на округе, и основную работу с этим совмещать? Для меня крайне сложно. Ну, объясню, наверное, ситуация-то тоже объяснять довольно-таки просто. Я повторю, что я наблюдал жизнь города как-то со стороны внешнего, так сказать, лоска, да, то есть, а здесь пришлось окунуться, ну, скажем так, во всю подноготную. И для меня, скажем так, было очень много новой информации. То есть, в течение, наверное, года я только, значит, вот, скажем так, набирал, накапливал вот ту информацию, которая раньше мне была, ну, просто незаметна. То есть, раньше я ее не анализировал, и, значит, вот этот процесс был, ну, такой довольно-таки сложный, насыщенный. И, в общем-то, он повлиял на мое, ну, участие в бизнесе. То есть на два, так сказать, на двух стульях сидеть крайне сложно. Поэтому вот только где-то, наверное,
с полгода назад, да, то есть как-то оно устаканилось, уже отработал методику, значит, чтобы успевать в бизнесе, да, то есть своей основной жизненной функции, скажем так, или так, жизнеобразующей для меня. И второе, значит, пытаться по максимуму, значит, решать те вопросы, которые, значит, вот депутатство накладывает. Владимир Николаевич, сложно? А почему вы выбрали именно эти комитеты? И сложно ли в них работать? Вопрос, значит, такой непростой, да, то есть почему выбрал? Вообще, откровенно говоря, когда выбирал, я и не представлял, значит, той специфики работы в каждом из комитетов. Поэтому, значит, по сути дела, записался или там вошел во все комитеты, кроме социального. Социальные вопросы, понятно, что это совершенно такая специфическая сфера. Вот. И шел-то я, повторюсь, для того, чтобы заняться вопросами развития города. Мне хочется, чтобы наш город становился все лучше и лучше. Социальные вопросы, они, понятно, частично с этим связаны, но больше они из вот, жизни, из решения проблем сегодняшнего дня. Все остальные, планы бюджетные, бюджет следующих периодов, да, все прочее. То есть вот, городское хозяйство, оно неразрывно связано, так сказать, с развитием города, поэтому вот я и выбрал три комитета. Вот, наиболее сложная, значит, ситуация в комитете именно по развитию города, который я возглавляю. Здесь, значит, позиция моя такова, то есть я довольно-таки много информации, говорю, насобирал, систематизировал, значит, мы провели несколько заседаний, несколько рабочих групп, скажем так, сформировали. Таком, да, то есть в небольшом таком, значит, составе, но тем не менее как-то выстроилась вся структура, да, значит, вот, скажем так, движение по данному направлению, да, структура, значит, действий по развитию города. Но, к сожалению, я хотел бы вот в этом эфире, скажем так, искренне и прямо отвечать, да, значит, описывать ситуацию. Но мы вошли вот в тот политический конфликт, который был. То есть его скрывать, я думаю, не нужно. То есть о нем знают все жители, да, тем более пикировка до сих пор в газетах продолжается. Вот. А позиция по, в части развития города, она очень, ну как, простая и логична, с моей точки зрения, во всяком случае для меня. То есть развитием города должны заниматься не только, скажем так, чиновники и там депутаты, да, нет, должны заниматься все жители города, раз. Второе, значит, в первую очередь, значит, этим процессом, или так, эта задача должна быть главной для первых лиц нашего города, для главы города, в первую очередь, для главы администрации, потому что на нем лежит задачка, скажем так, содержания, да, то есть и развития того, что, значит, инфраструктуры и прочее, прочее, то есть вот городских служб, городского хозяйства. И третье – это директор института. То есть первый шаг был сделан очень правильно. Меморандум был подписан прилюдно, публично. На нем, значит, там, скажем, все три первых лица заявили о том, что они будут в едином, так, контексте, да, то есть двигать, значит, продвигать решение задач развития нашего города. Потом все остановилось. Потом начался конфликт политический. То есть причина конфликта непонятная, да, она, в общем-то, неинтересна. Но в такой ситуации развитием города заниматься, ну, я считаю, что почти безнадежно. То есть, поэтому работа в комитете, да, который возглавляю я еще раз повторю, да, она практически заблокирована. Заблокирована, скажем так, в том числе и мною, да, но это, ну, скажем, по согласованию с главой города. То есть пока не закончат вот эти политические, так сказать, наши неурядицы, лебедь, рак и щука ничего хорошего, так сказать, сделать не смогут. Ну, будем надеяться, что, конечно, все это как встанет уже на хорошие рельсы, и город будет все-таки развиваться. Очень хотелось бы. И для этого, по сути дела, нужно сделать одно небольшое, так сказать, действие, да, чтобы каждый из этих трех первых лиц, значит, решил, что развитие города для него первоочередная задача, и они сели вместе и начали обсуждать эти вопросы совместно. Тем более, что они их уже обсуждали. Что дальше уже нужно действовать. Действовать. Нужно принимать решения и действовать, да, двигаться в этом направлении. Друзья, мы готовы помогать, извиняюсь, перебиваю. Ну, естественно, конечно. Желающих участвовать вот в процессе очень много. Вы сказали, что вы хотели бы, чтобы и жители города тоже принимали участие именно и в развитии. Вот с вашей точки зрения, каким образом, кто чем может помочь,
Нет, не так. Вот давайте я свою модель, да, то есть она как-то максимально упрощена, но будет понятно, я думаю, всем. То есть три первых лица садятся, да, то есть, по сути дела, констатируют, ну, наверное, такую первоочередную задачу, что нужно сделать программу развития города, назвать ее можно, ну, там, «Саров-2020», да, и инициируют, значит, создание рабочей группы, ну, какого-то рабочего органа, который, значит, имеет конкретные это задачи, задание, конкретный срок, да, и, значит, с помощью вовлеченных в данную работу специалистов по всем направлениям, они у нас есть, то есть у администрации есть огромная аналитика предыдущих лет, то есть все это можно использовать и, значит, создать некую такую, ну, модель, что ли, да, города будущего, города нашего Сарова в 2020 году, не замыкаясь не только на инфраструктурах и прочее, вообще идти нужно от человека. Вот почему говорю про жителей. Наш город, он должен быть, ну, первый, город для кого? Для жителей. Поэтому, значит, и в программе должно быть акцент на то, чтобы, значит, город выполнял все насущные, да, значит, требования жизненные жителей, то есть безопасность, экономическую, физическую, там, вот, жилищные условия, да, то есть, ну, и все остальное, социально-бытовые условия, культурные. То есть вот по всем аспектам все это разложить и создать вот облик этого города. Дальше, следующим этапом, вовлечь в это всех жителей, устроить референдум, обсуждение, это все прочее. И вот потом, когда уже все это, значит, родится какой-то такой комплексный, совокупный, значит, документ, да, то есть устроить, ну, просто-напросто его реальную оценку с точки зрения достижимости, да, то есть всех тех задумок, пусть даже там будут абсурдные. Их можно потом на Саров-2030 там, или 2030, да, то есть это включить, какие-то, дальше, да, перенести. Вот. И единственное, мне кажется, должно быть окончательное решение по реализации, да, то есть за, ну, скажем так, называем, третейским судом города Сарова. То есть состав 3 человека: глава города, глава администрации, директор института. Все. Как они решили, да, то есть выбрали вот программу 2020 включить то-то, 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 все. И дальше, и получается, инициативная группа специалистов проработала, жители все это, так сказать, проработали, да, и потом принято решение теми, значит, людьми, которые несут за это ответственность, и которые, как, воле которых, да, то есть этого дальше достигать. Все. Все просто, то есть вот так, по большому счету. Но процесс, я понимаю, это я говорю, упрощаю максимально, но процесс, наверное, в течение года этот может начаться и завершиться. Ну, год – это не такой уж большой срок. Согласен. На самом деле. Тем более, что уже как бы концепция есть, да, главное, чтобы прислушались и начали действовать. Да, а жители у нас все-таки очень активные, потому что всегда откликаются, да, вот на такие инициативы и всегда свои предложения. И у нас радиослушатели активно звонят, и на сайтах активно голосуют, и даже пишут какие-то предложения, передают. То есть у нас жители очень активны в этом. Согласен. Вот поэтому, значит, я и говорю, что жители должны участвовать, не готовы участвовать. Но процесс нужно организовать, да, и, значит, не, скажем так, ну, реально, да, то есть его возглавить. Вот, опять-таки, я говорю, акцент делаю на наших руководителей. То есть они должны стать во главе этого движения, а дальше много желающих, да, придет помочь, так сказать, для того, чтобы наш город стал лучше, красивее. Он вообще уникальный город наш. Вот если опять-таки вернуться к тому материалу, который я, значит, систематизировал, тем более вот эти две сессии стратегического планирования, которые были в нашем городе, он, наверное, по потенциалу, ну, где-то, ну, может быть, не первый, но в первой пятерке уж точно городов России. Поэтому потенциал очень большой, возможностей много. Нужно просто захотеть и заняться этим процессом. Все. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире в гостях депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. Вы можете задать интересующие вас вопросы, высказать свои мнения по телефону прямого эфира 3-107-4. Мы продолжаем наш разговор. И опять такой, может быть, немного странный вопрос. А может быть, и не странный, а совершенно обыкновенный, потому что, естественно, депутатам приходится сталкиваться в своей работе и с трудностями, потому что совершенно тяжелый труд и работа. И интересно, у вас, вы сталкивались с какими-то трудностями вот за время депутатской деятельности?
Ну, конечно. Получается таким образом, что, значит, обращение, ну, даже немного назад вернусь. То есть, когда я, значит, пришел в депутаты, начал, значит, увидел вот эту, ну, как, внутреннюю жизнь или изнаночную жизнь нашего города, да, то есть, она меня сначала немного ошарашила. То есть, вот, повторюсь, работая, значит, в замкнутом своем, значит, бизнес-пространстве, да, то есть, я не предполагал, что так много обездоленных, значит, больных, да, ну, то есть, вот, тех людей, которым действительно нужна реальная помощь. Я предполагал, что их гораздо меньше, так вот. И когда, значит, начал получать заявления, личные встречи, да, то есть, там, стало, ну, несколько, скажем так, обидно, да, на свою беспомощность. То есть финансовых средств для того, чтобы... Хочется помочь всем. Вот. Финансовых средств на это явно недостаточно. То есть те, которые, значит, выделяются депутатам. И, значит, я частично, скажем так, вложил деньги, так сказать, личные. Да, то есть вот, и это не ради похвальбы, но просто вот хочется помочь всем. И поэтому трудность-то самая большая. Да, это, наверное, вот все-таки недостаточность, там, недостаток средств для... Потому что вот неразрешаемых задач, да, ну, они есть, но их буквально, наверное, процент. Остальные 99% всех обращений, да, и просьб, они реализуемы. Все упирается. Да, но я их устраиваю вот во времени, да, сейчас получается вот реальная ситуация. Сейчас июль месяц, да, а у меня деньги уже, так сказать, вот те, которые есть, да, так сказать, или там, можно направить на эти виды помощи, они расписаны до конца года, все. Их нет. Ко мне обращаются вновь, я говорю, давайте в следующем году. Обижаются. Ну, правильно, обижаются. Вот это вот трудность, вот наибольшая. Психологически это очень сложно. То есть, когда к тебе приходит человек, у него вот сейчас возникла эта ситуация, а я ему говорю, приходите в следующем году. Ну, вот абсурд, нонсенс. Стыдно смотреть в глаза, но вот, я думаю, все депутаты в такой ситуации. Ну, скорее всего, потому что у нас уже много депутатов было, и говорят, что есть вопросы, которые... нельзя решить. Есть вопросы, которые пытаются решить с помощью, может быть, спонсоров каких-то пытаются искать, потому что, как вы и сказали, что хочется помочь всем. Но еще, вот, может быть, тоже как взгляд со стороны, так, может быть, надо чаще встречаться с людьми на округе, чтобы они между собой знакомились, потому что бывает так, что вот сосед может помочь, а с соседом-то и не знакомы. Ну, здесь тогда вторая трудность. Это ограниченное количество времени. Вот здесь вот я считаю, у меня очень большой, так сказать, такой провал в работе, да, то есть я встречаюсь, ну, довольно-таки редко. Только по заявлениям, по сути дела, и, значит, или там по звонку, вот, просьба. А с другой стороны, конечно, если есть проблемы, человек придет и обратится. Да, обратится. Поэтому вот как, значит, организовать то, о чем вы говорите, чтобы было общение, значит, людей нуждающихся и людей, возможно, которые потенциально могут помочь, ну, я подумаю. Ну, может быть, какой-то тоже на округе организовать, я не знаю, совет жителей округа. Тем более сейчас же у нас нововведение, что совет старших по домам должен быть. И поэтому, может быть, таким образом люди между собой хотя бы познакомятся. Хотя у вас район ведь все-таки достаточно старый, то есть там не очень большие дома, и, как правило, там более или менее люди все равно... знакомы, или, по крайней мере, в лицо друг друга знают. Согласен, значит, знают, но вот общение, скажем так, вот, буквально недавнее с жителями по улице Победы, Пионерской Александровича, да, то есть старые дома, много проблем. То есть встречаюсь с жителями, и они начинают, ну, перечислять, что им хотелось бы, а в итоге получается, что вот чуть ли не до основания нужно все это снести, да, и сделать что-то новое. Построить. И получается, опять-таки, вот в этой ситуации кто может помочь? А тем более, тоже поэтому... вот приходили депутаты, рассказывали, что у вас в вашей работе тоже сейчас изменения произошли, и говорят, что сейчас депутат из своего депутатского бюджета не может... не имеет права по закону тратить деньги на собственность
На капремонты жилья. Да, только даже на те же самые двери, козырьки, чем раньше. Только на благоустройство, значит, дворовых территорий, да, есть такое. Люди уже по привычке-то все равно обращаются, что двери надо поставить, козырьки сделать, поручни какие-то. Вот поэтому я для себя выбрал такую, это, скажем так, стратегию, что ли, да, то есть вот эти, значит, депутатский фонд, я, значит, его нацеливаю на то, чтобы, значит, по максимуму установить в дворах МАФы, то есть малые архитектурные формы, значит, причем приходится делить, скажем так, ну, вот как в 2012 году, да, то есть на три, значит, части, да, и получается в одном из дворов, конкретно по Александровича 9, да, то есть одну лишь горку только удается поставить, ну, то есть средств недостаточно. Ну, по крайней мере, да, начать вот, с чего-то. А вот остальные средства, в том числе и средства, так сказать, личные, да, я как-то для себя решил, что я их большей частью направляю на, значит, установку дверей из домофона. То есть вот в заявлениях, здесь и скрывать, наверное, нечего, в заявлениях жителей, значит, у меня их еще не реализованных, наверное, порядка 5, а реализовано, наверное, уже 12, да, вот. Но, значит, в заявлениях написано про наркоманов, шприцы, распитие, там, все прочее. Вот это безобразие, да, то есть вот вообще, на мой взгляд, должна бы полиция, скажем так, устранить, да, то есть вот, но в силу того, что у них это не получается, да, то есть вот, ну, я для себя решил, что тогда, да, будем баррикадировать двери. Будем закрывать. Хорошо, мы чуть позже еще продолжим разговор об этом, потому что у нас в студии звонок. Алло, здравствуйте. Звонок сорвался. Друзья, телефон 3-107-4. У нас в гостях депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. Попробуйте, может быть, сейчас еще раз получится дозвониться. 3-107-4. Владимир Николаевич, вопрос, который мы задаем всем депутатам. Состоите ли вы в политической партии? Да. В партии «Единая Россия». А вот по вашему мнению, помогает это в работе или мешает? Откровенно говоря, оно никак не влияет. То есть, вот я в свое время был членом КПСС, и этого не скрываю, и понятно, что там были свои перегибы, да, уж слишком глубоко она, так сказать, в личную жизнь забиралась, то есть, вот, с моей точки зрения. Но, тем не менее, там была идеология, там была отстроена система, значит, скажем так, отбора кадров, да, то есть, там было все вот в «Единой России», откровенно говоря, да, то есть, вот, я член партии, у нас ни одного партийного собрания не было. То есть, это вот уже на протяжении 2 лет, да, то есть, вот. Поэтому я состою, а на ваш вопрос, влияет ли, никак не влияет, откровенно говоря. Лучше уж пусть никак не влияет, чем отрицательно. Хорошо. Мы опросили жителей вашего округа, мы уже возвращаемся опять к округу, опросили жителей вашего округа, знают ли они своего депутата, обращались ли лично к вам, и что, по их мнению, должен делать депутат, предлагаю послушать ответы. Не знаю. Помогать в вопросах решения благоустройства территории, например. Ну, в нашем дворе, в общем-то, так это еще более-менее. Не знаю. Должен заботиться о населении, я считаю. Да, знаю. Рыжов Владимир Николаевич. Да, у нас серьезная проблема с нашим подъездом, потому что он находится, в принципе, в центральной части старого города. Практически на центральной улице. И в нашем доме есть магазин. И поэтому молодежь, она просто не может проходить мимо нашего дома в течение периода зимнего, весеннего, осеннего. И у нас постоянно какие-то сборища находятся в подъезде. Причем с периодичностью раза 3 за вечер. И у нас была такая сильная потребность поговорить с участковым, чтобы в конце концов поставили какой-нибудь там наряд милиции около подъезда, чтобы он периодически как-то это все контролировал. И мы к нему обращались, и он помог нам найти участкового. Участковый даже появился у нас, сказал о том, что вот он будет уделять больше внимания нашему подъезду. Потом мы обращались к нему с просьбой о том, чтобы, может быть, нам помогли поменять замок, потому что у нас сейчас стоит кодовый. Мы бы хотели поставить домофон, потому что нам это обещают уже в течение там последних, я не знаю, скольки лет. Но как-то все это не решалось. И, наверное, потому что мы не доходили до депутата, пытались как-то сами все это решить. Он обещал нам как-то помочь, что-то придумать. Мы даже писали заявление от жителей подъезда. Ну вот, месяц назад мы писали это заявление. Надеюсь, что он нам поможет. Ну, я считаю, что и такими вопросами тоже. Ну и потом, наверное, какими-то общеорганизационными вопросами жителей района. Может быть,
индивидуальной помощью каким-то там пенсионерам или инвалидам. Да, Владимир Николаевич Рыжов. Лично не обращалась, но на округе он, точно знаю, поставил нам новые двери подъезда. И в соседнем доме сделал даже козырьки. В первую очередь хотелось бы, чтобы он лично общался с гражданами. Ну вот мы услышали ответы жителей вашего округа. Мы уже поговорили по поводу личного общения, что понятно, что, естественно, не хватает времени на все. Есть жители, которые не знают, у которых проблем нет. Очень подробно девушка вот рассказала по поводу проблем с подъездом и просьбу поставить дверь с домофоном. То есть, в принципе, хотела вернуться опять к нашему разговору. То есть, вообще это реально, да, в данном случае? Это реально, но, значит, здесь, скажем так, это опять-таки большей частью деньги, ну, по сути дела, личные, из личного бизнеса, скажем. Может быть, как-то тогда договариваться с жителями, хотя вот осталось, скажем так, за пределами эфира. Девушка сказала, что у них очень многие люди, которые живут в доме, они квартиры снимают, и им это неинтересно. Если бы собственники жилья там жили, то можно было бы, наверное, договориться, люди бы были не против сброситься, ну, да, и сами сделать. Ну, в общем-то, я это практикую, да, то есть там, где смогут собраться, потому что, ну, это уже решается на частные деньги, да, значит, личные. То есть, где они смогут собраться, ну да, то есть это вот очень хорошо. Ну, а где нет, и проблема очень острая, то есть тогда приходится так делать. Платить по полной программе. Владимир Николаевич, а по вашему мнению, вот мы услышали ответы жителей округа, а по вашему мнению, депутат на самом деле чем должен заниматься? Значит, сейчас буквально 5 секунд. Значит, все-таки депутат – это не есть, скажем так, пожарник или доктор, да, то есть с моей точки зрения. Это есть, значит, представитель вот тех жителей, которые ему доверили, да, значит, ну, по сути дела, решение всех насущных проблем по этому своему округу. Но при этом я еще раз, я ухожу все-таки на то, что задача развития, да, это есть… Первая задача депутатов – развитие своего округа, на вкупе все 3-4 депутата – это развитие города. То есть вот это самое главное. То есть поэтому процентов, я так вот для себя, значит, раскладку делаю, процентов 60 времени должен депутат заниматься развитием, да, города, значит, процентов 30 – это вот решение насущных проблем, ну а 10% это оставляю на, ну, те какие-то непредвиденные ситуации, да, то есть, которые, ну, возникают. Значит, как всегда в жизни. Поэтому большая часть времени должна уходить на… Мы сейчас этим не занимаемся. То есть вот реальная ситуация. То есть вы как хозяйственники занимаетесь благоустройством? Да. Не, мы не так. Мы даже как санитары, скажем так, да, то есть это санитары жизни, да, то есть занимаемся и благоустройством, и, значит, личными персональными проблемами, и, значит, там, значит, дверями, да, то есть, ну, то есть социально-бытовые проблемы решаем, ну, то есть пытаемся решать. Причем, значит, чаще всего, к сожалению, эти проблемы решаются только в результате личного общения депутата, да, с кем-то ответственным лицом. То есть вот система не выстроена. То есть вот получается, что каждый бегает. Все мы бегаем к одним и тем же лицам, которые, значит, ну, скажем так, значит, которые могут решить данные проблемы. И вот тут такая суета, муравейник, да, то есть среди депутатов. Мы там иногда встречаемся по несколько человек в одном и том же, так сказать, месте. И вот это, как это неправильно, с моей точки зрения. То есть процесс должен быть отстроен. Друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. Телефон прямого эфира 3-107-4. Вы слушаете нас на волне, на волне 107.4 FM. Телефон 3-107-4. У нас в студии звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Владимир Николаевич. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот посоветоваться с вами по такому вопросу. Может быть, не к вам совсем этот вопрос. Речь идет о детском парке около дворца творчества школьников. Нельзя ли его приспособить для туристят, детей? Не только там прокладывать экологические тропы, но и проводить туристские соревнования по технике туризма для детей. Рядом 15-й лицей, 20-я школа, 5-я школа, 1-я школа. Инструктора есть, федерация есть, мощная федерация в городе.
Отвечу. Не хватает всего, не хватает опор для веревок. Труб, вот длина трубы там до 2 метра, диаметр трубы до 1 дециметра. Штуки бы 4 там поставить такие трубы для проведения соревнований с детьми, школьниками во время пришкольных лагерей в июне и в течение года. В общем, вот такой вот вопрос. Можете вы помочь в этом вопросе? Спасибо за вопрос. Использовать парк великолепный. Понятно. Спасибо за вопрос. А представьтесь, пожалуйста, ваш телефончик, если можно. Новая Евдокия Евстифьевна, 369-75, это мой телефон. 369-75, да? Я работаю в 20-й школе, кружок туризма веду. Дело в том, что в каждой школе это оборудование не поставили. А парк, он рядом для 4 школ. Ни в одном парке нет вот таких вот приспособлений, где бы можно проводить детские соревнования по туризму. Я понял. Спасибо. Значит, давайте отвечу, да, то есть, ну, первое, детский парк, к сожалению, не на моей территории, да, то есть не на территории округа 21, но, тем не менее, это, скажем так, не снимает, значит, задачки передо мной, да, то есть я доведу эту информацию до депутата, на чем округе находится этот детский парк. Второе, отвечу, что я только за, значит, то, чтобы там сделать детский парк у нас, в общем-то, заброшен, и он не детский, то есть в нем иногда вечерами там жутко ходить, так вот, по большому счету. Вот. И, значит, здесь единственное, вам сразу скажу, что есть из моего опыта, да, то есть есть несколько таких сложностей. Первое, чтобы установить какие-то опоры, да, то есть нужно обязательно, значит, проектная документация, обязательно согласование, значит, с ДГХ, ну, то есть там целая процедура, она довольно-таки длинная. То есть, если вы их просто так установите, да, то есть их вообще должны потом прийти и, значит, аннулировать. Поэтому просьба такая, давайте вы напишите заявление на имя главы города. Вот, а дальше я, значит, вам обещаю, что заявление это я, значит, у него, ну, то есть, заберу, да, и там получу, да, то есть, и совместно с депутатом того округа, на котором, значит, вот детский парк находится, это, наверное... А кто у вас депутат, кстати? Вот, а, наверное, уже отключили, все, да? Потому что нас линию занимать долго нельзя. Может быть, понятно. Еще кто-то вот, захочет вопрос задать. Я думаю, что это вообще реально решить. Действительно, хорошая идея, значит, в нашем пустующем детском парке сделать центр, скажем так, вот таких туристических, так сказать, тренировок, соревнований детских и прочее. Тем более, что наши дети места занимают. Да. Друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы депутату городской думы 5-го созыва Владимиру Рыжову. 3-107-4. Владимир Николаевич, а каким образом вы выбираете участки для благоустройства? Откровенно говоря, значит, в силу того, что я вот говорю в этом процессе первый раз, да, и человек неопытный, значит, я прошелся в самом начале, так сказать, своего депутатства, значит, по всем дворам, по подъездам, посмотрел состояние, для себя сделал какую-то оценку. Значит, потом пошли заявления, начали поступать заявления, так сказать, жителей, да, значит, и, соответственно, по мере поступление заявлений и совпадение, так сказать, с моей оценкой, да, то есть я их начал реализовывать. Значит, ну, на данный момент, наверное, порядка 5 заявлений, к сожалению, остаются нереализованными, так сказать, вот с того 2010 года. То есть они у меня как-то так вот сдвигаются, да, потому что появляются более приоритетные, более насущные. Поэтому, ну, коротко, если первое – это собственная оценка, второе – это заявление жителей. А что попало в план благоустройства на 2012 год? И, может быть, вы уже 2013 планируете что-то сделать? Ну, вот по 2012 могу ответить. 2013 еще не планировал, потому что уверен, что до конца года еще появится масса заявлений. Да, с просьбами. Значит, вот на деньги, значит, скажем так, депутатского фонда, да, то есть я запланировал, и реально это по заверениям ДГХ в августе, июле-августе это должно быть сделано, ну, июль кончается, наверное, в августе все-таки это будет сделано, это установка МАФ во дворе домов 15-17 по улице Пионерская и дома 13 по улице Победы. Установка МАФ во дворе Александровича 9, ну вот я сказал там, это громко звучит МАФ, на самом деле только это будет одна горка,
Вот. Третья установка МАФ во дворе 33-35 по проспекту Ленина, дом 31 по улице Александровича. Ну и четвертая небольшая такая работа, да, это, значит, обустройство дорожки изгородей по адресу Пионерская, 26. Вторую, значит, часть работ, которая запланирована на этот год, это, значит, с помощью центра ЖКХ, соответственно, ЖЭПов 4,5, значит, это, по сути дела, стрижка газонов, обрезка деревьев, восстановление, значит, трубопроводов, то есть это то, что по заявлениям жителей. То есть, по сути дела, мелкие такие ремонтные работы по, значит, дворовой территории и, значит, подъездов. То есть, вот. Но здесь уже это не на деньги депутата, это, по сути дела, на деньги жильцов. Ну, просто жителей. С вашей помощью. Да, да, да. То есть это вот я, это, значит, по просьбе, опять-таки, по заявлениям жителей, я это выбрал, да, направил в центр ЖКХ как наиболее, скажем так, животрепещущие, так сказать, вопросы самих жителей, да, и они включили план своих работ, и, ну, здесь такой довольно-таки большой план. Друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Владимир Николаевич, ну, мы знаем, что вы сотрудничаете и с обществом инвалидов первого микрорайона. Мы дозвонились до председателя общества инвалидов первого микрорайона Нины Клавдиевны Семенец. Предлагаю послушать, что она нам рассказала. Приходит к нам совет ветеранов, наш совет ветеранов вместе с инвалидами. Но потом оказывают материальную помощь вот на день инвалида, на Новый год, на день там пожилого человека. Ну, если обращаются инвалиды, тоже материально помогают. Встречи вот бывают в опорных пунктах. Задают вопрос, обещают, не отказывают, и в ремонте крыши они помогают. Ну, а так он отзывчивый, то есть откликается на просьбу. Поэтому оставаться таким же. Ну, конечно, очень важно поддерживать таких людей, и пожилых людей, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот какие-то особенности можете отметить общение с такими людьми, когда вы только начали работать и сейчас продолжаете? Особенность, по сути дела, одна. Да? То есть таких людей искренне жалко, да, хочется им помочь. Вот, и откровенно после таких встреч на душе становится только тяжелее. То есть от своей беспомощности вот в этих вопросах. То есть, повторюсь, хотелось помочь всем. Вот, но, к сожалению, помощь очень избирательна, я считаю, незначительна. Да, то есть, вот спасибо, так сказать, значит, не. Но тем не менее, пусть, да, и незначительная, но для Совета ветеранов и для общества инвалидов это все равно очень существенная помощь. Почему? Потому что вот мы сейчас послушаем еще комментарий председателя Совета ветеранов первого микрорайона Клавдии Степановны Тихоновой. Вот она сказала, что они живут на взносы, а взносы у них мизерные, поэтому именно как раз помощь депутатов, она существенна для них. Предлагаю послушать комментарий Клавдии Степановны Тихоновой. Владимир Николаевич депутат по нашему микрорайону первому. Мы вообще с депутатами работаем в контакте. У нас их 4. Владимир Николаевич активный депутат. Приглашали мы его к нам на совет. Он отчитывался о своей работе, о своих трудностях и положительных каких-то моментах. Были не только члены совета ветеранов, но присутствовали и приглашенные избиратели. Были вопросы, которые интересуют его избирателей. В стадии решения несколько было вопросов, которые мы перед ним ставили. Вообще он нормальный депутат. Помогает совету ветеранов. Мы же живем за счет взносов. Фонд небольшой, а мы выполняем и в том числе его избирателей, для его избирателей. Посещаем больных в стационаре, потом юбиляров поздравляем, на погребении маленькие суммы даем. Вся работа у нас выделяет депутат энную сумму. Небольшие выделяют, у них там свои планы и программы, а никогда не отказывает для наших избирателей, для нас. Так что он у нас нормальный депутат. Обратила внимание, что очень часто к нам приходят депутаты, всегда ветераны откликаются, председатели всегда дают комментарии, рассказывают о сотрудничестве. Вот на что обратили внимание, может быть, не только я, но и наши радиослушатели. У нас в городе активные ветераны. Активно, они активно встречаются, активные, да, ездят
куда-то, у них разные поездки, на экскурсии. В некоторых советах ветеранов даже вот хор есть. Они потом все вместе выступают, где-то собираются, вот в Доме молодежи проводятся вечера. То есть вы тоже обратили внимание? Да, я тоже обратил внимание. Значит, и замечу еще одно такое, значит, ну, как наблюдение, да. То есть на выборы чаще всего ходят именно ветераны. То есть вот по большому счету наиболее активная часть жителей нашего города – это вот… Все-таки пожилые люди. Пожилые люди, да. Молодежь как-то не вовлечена вот в эти процессы. Молодежи, наверное, некогда. А может быть, не такая уж активная жизненная позиция. Здесь отвечу, наверное, вот возвращусь к тому, значит, что я говорил про КПСС и Единую Россию. Там была идеология, сейчас ее нет. То есть, может быть, действительно сейчас вопрос-то молодые, они ж умные, они ж шустрые, они, значит, крутят головой, смотрят по сторонам, да. И я думаю, что они вопрос задают себе, а зачем? То есть, какую цель? То есть, они все настроены, или там, думаю, большая часть настроена на достижение какой-то цели, а цель не поставлена. Вот давайте поставим цель. Саров 2020. Я думаю, молодежь, у нее столько фантазий, столько предложений появится, да, то есть вот я извиняюсь, но вот был в Праге, в Чехии, я был искренне, скажем так, восхищен, да, что там есть такие приличные по территории, ну, наверное, метров 500 на 300, да, то есть территории, которые, значит, сделаны газоны и асфальтированные дорожки. Причем дорожки разной ширины, да, то есть узкие, где ходят молодые, значит, родители с колясками, с детьми, да, есть вторая там зона, где ходят, значит, там собачники со своими собачками, но они не заходят на другую территорию, то есть там у них достаточно все обустроено, то есть там есть и барьеры, и, значит, там всякие, значит, там эти косточки, да, то есть, ну, есть там, есть эти вот тарелочки, которые можно побросать, и остальная территория есть, значит, занята широкими дорожками, такими витиеватыми, с подъемами, со спусками, там катаются на роликах, на скейтбордах, то есть, ребята, все. То есть, никто никому не мешает? И никто никому не мешает, там кишит, то есть, там реально, вот я там проходил днем, да, то есть, там, ну, наверное, на этой территории было человек 200, то есть, представляете, то есть, молодежь, да, вот ничего не нужно строить, никаких домов, накрытий, там, крыш и все прочее. Сделать вот эту площадку, и молодежь вот, и поэтому, подтянется. И поэтому предложений, я думаю, у них будет огромное количество. То есть они им потом жить в этом городе, да, то есть 20-го, 30-го, 50-го, там, 100-го года, то есть им жить. Поэтому они в этом должны быть крайне заинтересованы. Но пока наибольшая активность, к сожалению, проявляет вот наши ветераны. Пенсионеры. Ну вот, кстати, мы знаем, что вы и со школы тоже работаете. Предлагаю послушать, что нам рассказал директор 5-й школы Николай Александрович Шабунин, а потом про молодежь еще поговорим. Хорошо. Довольно тесно с ним сотрудничаем, встречаемся регулярно. Я его приглашаю на совет школы, приглашал неоднократно. Значит, он помогал как в организационных вопросах, так и материально помогал в школе. Ну, материально, ну, в смысле, выделялось порядка 20 тысяч рублей в один из годов. Покупали мы технику, компьютер на его средства. Дальнейшее сотрудничество оказывать содействие школе. Вот почему вы считаете, что важно начинать работать с молодежью именно со школы, с начальных классов? Вообще-то я считаю, что начинать работать с молодежью нужно еще раньше, с детского сада. С детского сада счастливее. Вот, но, к сожалению, у меня здесь вот есть изъян, да, я постараюсь его исправить, да, то есть вот с детским садом практически, значит, взаимодействие не отработано. Вот, а почему, опять-таки, значит, все очень просто, значит, именно в детском садике и в первых, значит, классах закладывается вот та самая, так сказать, тот самый стержень, что ли, да, то есть вот, значит, человека. То есть это нужно делать, понятно, квалифицированно, да, то есть осторожно. Вот, и спасибо всем учителям, в том числе и учителям, значит, школы номер 5, да, значит, в том, что они эту работу делают, так сказать, действительно в нашем городе очень хорошо. И вот начинать нужно именно со школы. Потом уже гораздо сложнее что-то изменять и что-то, значит, ну, как это, гнуть этот стержень, да, то есть, или выправлять его наоборот, да, то есть, если он загнулся. Вот, поэтому начинать нужно как можно раньше. Друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. У нас в гостях депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. 3-107-4. Звоните, и у вас пока еще есть время задать интересующие вас вопросы.
Владимир Николаевич, вы совместно работаете и с другими депутатами, я имею в виду не в комитетах, а именно на вашем округе. Вот что нам рассказала депутат городской думы Ольга Флотская. С Ирышевым Владимиром Николаевичем у нас совместные проходят акции «Не остуди свое сердце». Он оказал помощь по приобретению спортивного инвентаря для детей детского дома Большим Акателем Первомайского района. 30 июня в этом году мы отвезли. Мы участвуем вместе с депутатом Рыжовым и с другими депутатами по поздравлению Совета ветеранов, Общества инвалидов 5-го микрорайона, участвуем в общих праздниках микрорайонах. Это и на Пасху, это и на Масленицу. Также будем участвовать в финансировании проекта дворового приобретения спортинвентаря для клуба «Факел», для жителей, для детей 5-го микрорайона. Совместно у нас рядом соприкасаются округа, и мы на следующий год вместе планируем сделать общую детскую площадку, который будет во дворе Ленина 42, во дворах Пионерской, где его дома находятся рядом. Планируем спортивную площадку все-таки сделать за 20-й школой, есть пустырь, и чтобы никому она не мешала близлежащим домам, там очень удалены дома. В этом плане с Владимиром Николаевичем у нас идет, как с ближайшим соседом, очень плодотворная работа. Владимир Николаевич, вот как вы считаете, действительно депутат не должен замыкаться на себе и на проблемах своего округа, а работать в тесной связке и с другими депутатами, вот как Ольга Николаевна сказала, с ближайшими соседями? Несомненно, причем здесь добавлю, что сначала спасибо Ольге Николаевне, да, значит, она вот своей активностью, значит, ну как зажигает и заводит всех, да, то есть все соседи вокруг нее, они, значит, вот с удовольствием, скажем так, помогаем, да, то есть совместно помогаем в проведении праздников, в проведении каких-то, значит, вот действительно поздравлений, так сказать, Совета ветеранов, вот. То, о чем она рассказала, значит, это, да, в наших с ней планах это есть, вот, значит, и здесь вот добавлю, говорю, что пограничные вот эти вопросы, да, они вообще весьма такие непростые, и только, значит, вот в каком-то таком единении, содружестве, да, то есть можно их решить, потому что вот есть еще одна зона, по которой, так сказать, ну, несколько заявлений лежит, да, это проспект Ленина, дома 31, 33, 35, ну, или 31, 33, да, то есть 33 – это дом, значит, на территории округа 21, где я депутат, 31 – это Григорович Сергей, значит, Викторович, и там есть заброшенная спортивная площадка, она вроде территориально, она находится на территории не моего округа, вот, но тем не менее мы с ним договорились, что решаем эту проблему сообща. Она заброшенная, она уже опасна, часть, значит, досок там поотваливалась, торчат гвозди, то есть там, ну, просто можно получить какую-то, дети могут получить травму. То есть вот мы с ним договорились, что мы ставим задачей в этом году начать, а в следующем году закончить этот вопрос, то есть вот добиться, чтобы вместо этой заброшенной спортивной площадки, да, то есть стояло что-то другое. Допустим, наш совместный с ним МАФ, да, то есть вот, или какая-то, допустим, стоянка, потому что жители просят, так сказать, там через заборчик институт, да, то есть и студентам негде парковать свой транспорт. То есть очень отрадно, что студенты ездят, так сказать, на, значит, автомобилях. Будущие студенты уже ездят на автомобилях. Да, и поэтому вот они просят помочь, значит, организовать, может быть, на этой территории действительно большую, хорошую стоянку. Все, пожалуйста, то есть и для жителей хватит. Но вот сейчас этот заброшенный, как раз, спортивный, так сказать, комплекс, да, то есть, ну, он просто действительно является пограничным вопросом для нас с Григоровичем. Мы сейчас прервемся еще ненадолго, потому что у нас в студии звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мещеряков Сергей Федорович. Один из активистов создания в городе общества слепых. Известно, что у нас в городе 12 лет уже фактически не работает, так сказать, и нет такого общества. И вот нашлись активисты, которые в настоящее время оформляют документы, а их много-много. Вот. И на регистрацию их отсылают в ближайшее время, вот, чтобы в городе появилось такое общество. Вот. Понятно, что сейчас, в самом начале создания, у нас огромное количество проблем. И по созданию, и по помощи, первой помощи за десяток лет и более слепым людям. Чем бы Владимир Николаевич мог бы нам помочь,
и можно ли к нему обратиться, потому что на каждом участке избирательном, в том числе и у него, есть такая категория людей. Спасибо за вопрос. Спасибо, Владимир Николаевич. Отвечаю. Считаю, что обратиться нужно обязательно. Чем могу помочь, пока не знаю, потому что, откровенно говоря, процедурные вот вопросы оформления общества, может быть, они имеют какую-то специфику, но, тем не менее, у меня есть опыт, скажем так, оформления или там помощи в регистрации некоммерческих организаций. Поэтому без проблем. По телефону 3-56-81 звоните, да, то есть, ну, к сожалению, не всегда на рабочем месте, но, тем не менее, через секретаря можно, значит, оставить сообщение, значит, кому дозвониться. Я готов участвовать в этой работе. Я за. Владимир Николаевич, с какими проблемами чаще всего обращаются к вам жители округа? Большая часть, в общем-то, социально-бытовые проблемы. То есть это вот, значит, скажем так, неблагоустроенность, так сказать, в подъездах, да, то есть ремонт, дверь, да, то, о чем мы говорили. Вторая, наверное, это все-таки благоустройство территории. То есть вот в чем я вижу возможность, скажем так, объединения жителей, да, то есть это вот, или как, на чем основано мое это утверждение, на том, что очень много заявлений по благоустройству совместной территории. То есть жители, да, то есть подписываются там буквально, если дом, скажем, многоквартирный, там порядка 20 подписей, да, то есть из разных подъездов они озабочены, то есть они готовы, да, то есть не только поставить вопрос, но и в этом процессе участвовать. Вот, то есть поэтому вторая вот группа. Третья группа – это, ну, конкретная индивидуальная материальная помощь, значит, ну, людям, попавшим в тяжелое материальное положение. Вот. Четвертое, наверное, это, значит, ну, но их незначительно. Это вопрос общегородского такого вот, значит, плана. Значит, ну, наверное, и все. То есть вот так вот. Больше это социально-бытовые, в общем-то, вопросы. Поскольку время прямого эфира подходит к концу, давайте сообщим нашим радиослушателям, вашим избирателям, жителям вашего округа, если вдруг они захотят к вам обратиться, где, когда, во сколько вы проводите встречи. Проводите ли, или, может быть, вы конкретно с каждым отдельно работаете? Значит, была у меня сначала технология, значит, работы, скажем, персонально, да, потом, значит, когда стало заявлений достаточно много, да, то есть я, значит, через газету «Городской курьер», да, то есть назначил 25 число каждого месяца в 5-й школе, независимо от дня недели, да, то есть с 17 до 19 часов встречу, значит, но, к сожалению, приходило по одному-два человека, и, в общем-то, теперь я, значит, отменил вот это, значит, жесткое время и место встречи, да, то есть, и поэтому мой телефон 3-56-81, то есть по нему, значит, повторюсь, если меня нет, то есть секретарь, она примет телефонограмму, и я выйду на контакт. То есть, по сути дела, я начал, вот, перешел на схему взаимодействия, так сказать, по личным обращениям, да. То есть, если нужно, я подъеду, и мы, значит, обсудим ту проблему, которая, значит, волнует жителей. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у радио «Говорит Саров» в прямом эфире был депутат городской думы 5-го созыва Владимир Рыжов. Владимир Николаевич, большое вам спасибо, что в вашем плотном графике вы нашли время и пришли пообщаться с избирателями, с жителями нашего города, с нашими радиослушателями. Пожалуйста, готов дальше продолжать сотрудничество и прямые эфиры. Спасибо радиослушателям за вопросы. С вами была Юлия Ефремова. Говорит Саров.